Мы каждую тренировку тут ходим, и тебе все время страшно. Всем здрасте. Я снова иду за Дашкой. Не знаю, что сегодня будет. То ли будем прыгать, то ли не будем. В общем, посмотрим. А еще я хочу забрать попону, чтобы ее починить снова. И заменить там эти карабины. Где-то там что-то поменять. Даша. 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 Че, как у тебя тут попона? Как ты сама? Рассказывай. Как ты с новой подружкой тут? Дружились? В прошлый раз даже не въезжали. Нормально познакомились. Все, тебе классно. Все, ну чесаться потом будем. Я все равно тебя чистить буду. Ага, это еще живое. Отлично. У тебя одна хорошая новость. А ты чего тут, вредный конь? Дай-ка я пройду. Че? О, нормально зацепили, молодцы. Наконец-то поняли, как это все работает, когда все поломано. Вот я хочу вот этот карабин заменить. И что ты злишься-то? Попону трогают твою, да? Ты уже злишься на тех, кто попону трогает. Вот ты молодец, правильно. Нечего отнимать себе попоны. Все, классно. Ты полежала тут, да? Что такое? Ты недоуздок. Да иди сюда, иди сюда. Ай, ты умничка, давай, давай. Давай, помогай губами своими. Что мне нравится, когда надеваешь недоуздок, она помогает губами. А когда надеваешь уздечку, она просто сбегает. Ай, ты молодец, умничка какая. Ты опять, она как всегда встает на этот, на это ведро. Я его в сторону положу тебе. Что ты тут? Все сено разбросала. Кстати, мне все писали, типа, почему я езжу на Дашке. Не хотела бы я сменить лошадь. Так вот, по этому поводу у меня будет к вам сюрприз. То все хотят видеть, как я прыгаю повыше. Как я прыгаю вообще. А с этой козой одни закидки. В общем, ждите новостей. Можете сразу подписаться на группу ВКонтакте. В Инстаграм. Там будут самые первые новости. Че, мы уже пошли, да? По-твоему, мы уже пошли. Там еще открыть надо, ты сейчас напугаешься. Стой. Погоди. А вот эта вот вся система сложная тут. Надеюсь, это не упадет. Ты ведь не напугаешься? Ну, я надеюсь, что ты не напугаешься. Пойдем. Пошли. Мы научились сами выходить отсюда, из этой конюшни. Не пугайся, не пугайся. Все хорошо, стой, стой. Все, пойдем. Еще что хочу сказать. Я вот с этой кобылой, то есть с Дашкой, я уже 4-й год только с ней занимаюсь. С небольшими перерывами на других коней. Но, по сути, я с ней уже 4-й год. Мне очень нравится эта кобыла. Мне хочется за ней ухаживать, следить за тем, чтобы ей было комфортно. Это относится к попоне. То, что я специально для нее починила. Мне просто нравится эта лошадь. Поэтому я за ней ухаживаю. Назад, 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 назад. И вот потому, что я за ней ухаживаю, мне будет очень жалко садиться на другую лошадь. Но в то же время я понимаю, что мне хочется расти дальше, прыгать более высокие препятствия, работать со спортивными лошадьми, которые хотят прыгать, которые умеют прыгать. Вот. То есть еще и посадку свою исправлять. Но с ней это сложно. Я знаю, что у меня посадка не очень. В основном потому, что я больше сосредотачиваюсь на том, чтобы она прыгнула, чтобы она не встала, чтобы не убежала. Поэтому у меня посадка максимально такая,
чтобы создать комфортные условия для лошади. Но она некрасивая. И она может подвести потом. Да, Даша? И поэтому я кое-что сделаю для этого. Но расскажу потом. Это сюрприз. Стой. Ага. Спасибо. Ай, умница. Нет, я знаю, что сено, знаю. Нет. Даша. Ну-ка. Стой. Я тебя... ну-ка. Даша. Кому-то не нравится, что морду трогают, а ей в кайф. Чё тебе чесать, да? Ты кайфующая лошадь. Сейчас попьешь. Ставь тебе на стекло. Погоди. Ну, Даша. Стой. Дайте я расстегну. Все, давай. Прошла бы. Что такое? Да ты что делаешь? Иди сюда. Пей нормально. Все, не будешь, стой. Иди. Тихо.
Пойдем. Не-не-не, я знаю, что тебе там страшно, как всегда. Ну, пойдем посмотрим все равно. Ой, ты молодец. Стой. Засранка. Идем, идем. Нет, нет. То что ты? Ой, молодец. Спокойно. Стой. Молодец, молодец. Молодец, стой. Пошли. Ну, я поехала.
стоянке. Молодец. Прости, что повод не отдала. Ты умничка. Прости, прости. Знаю, знаю. Ты умничка, ты молодец. Ну-ка. А, так все надо было так прыгать. Блин, я пойду тогда налево. Стой. Нет. 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 Ой, молодец! Молодец! Умница! Пойдем, пойдем, как всегда, посмотрим что-то нового. Что, все еще страшно? Да ладно тебе. Вот, все хорошо. Да, ну сегодня она веселая. На дыбы повставала. Тихо, тихо. Страшно, да? Капельки падают. Не-не-не, Даша. Идем в страшное место. Мы каждую тренировку тут ходим, и тебе все время страшно. Когда ты уже запомнишь, что тут все нормально? Тихо ты. И куда ты? Даша? Даша? Thank you.
Миша, нет. Нет. Что, все? Это все? Все, мы пошли. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем. Бежим быстренько. Ай, умница. Что, водичку увидела? Сейчас попьешь. Ну, что делаешь? Куда это? Нет. Так. Стягиваем мартингал. Снега.
На тебе. Пей. Пей. Нет, нет. Воду пей. Она, походу, все выльет просто. Ты что делаешь? Пей давай нормально. Что, будешь? Нет? Пей давай. Так, не плюйся. Пей нормально. Ну? Даша. Так. Иди. Иди, иди. Ты уже тут лужу целую сделала. Будешь, нет? Все, точно? Потом не будет. Все, походу. Тихо, 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 тихо. Тихо. Че ты вздыхаешь-то? Дам болеть идем. Пойдем. А, все, молодец. Все. Все, ты молодец.